добро пожаловать в новое видео. В этом видео я вас познакомлю со своей идеей, какую мотивацию я хочу вам дать, но и будет еще весенний декор. Пришло время. Моя идея в том, что я сама смотрю очень много блогеров, которые мотивируют на разные тематики, но в основном это уборка. Я очень благодарна этому, потому что правда мотивирует, и идеи дает и так далее. Но я свою как бы миссию вижу в том, что мы все мамочки в основном. И часто приходим к каким-то границам, что нам не хватает времени на себя, жалуемся. Но в итоге, кроме как мы сами себе помочь, нам никто не сможет. Время тебе не подарят, ты должен себе его взять. И я думаю, что у каждой из нас найдется раз в день обязательно 5-15 минут или больше времени на себя. Когда я вас познакомлю со своим списком, вы поймете, что даже какие-то маленькие, просто приятные вещи, они не требуют много времени, но остаются осадки приятные. Извините за мой разговор. Я очень стараюсь, я развиваю свой русский язык, но ошибок у меня точно полно. Я вас познакомлю со своим списком. Идея в том, что я сделала список на целый месяц. Конечно, здесь многое то, что меня интересует, не обязательно, что вам это подойдет, но я вас хочу подтолкнуть, и вы можете, конечно, свой список составить. Я это сделала таким способом, что я могу ставить галочки, что я уже сделала. А вам я хочу этот список потом оставить в описании, чтобы вы могли или использовать его, может, вам что-то станет очень интересно, или потом, как говорю, добавите свое. Мой список — это было то, что мне приходило в голову постепенно, состоит из того. Массаж лица утром. Это занимает мало времени, но зато вы уже начнете утро с приятным ощущением, вдохновлением. Следующая маска для лица. Пилинг рук. Массаж сухой щеткой. Принять ванну. Послушать медитацию. Сходить на массаж. Это, конечно, сейчас смотря какие обстоятельства, у каждого по-разному. Сходить на процедуру красоты. Это может разное быть. Можно также сходить на какую-нибудь процедуру лица. Накрасить ногти. Побаловать себя вкусняшкой. Я смеюсь, потому что я сегодня съела целую пачку шоколада. Почитать книгу. Устроить себе сон-час. Встретиться с подругой на кофе. Попарить ноги. Наблюдать звезды. Также можно понаблюдать за водой или понаблюдать за огнем.
Насладиться закатом. Сделать себе завтрак, как в отеле. Позавтракать где-то. В любое время года сделать пикник. И это даже можно классно сделать с семьей или с детьми. Они тоже этому очень обрадуются. Потанцуй. Маску для волос. Включи любимую песню и спой во весь голос. Это, кстати, очень расслабляет, тем более, если охота кричать. Сделай себе прическу, как на особенный день. На 10 минут поднять ноги на стену и концентрируйся на вдох и выдох. Это тоже важное такое, потому что мы часто не можем просто отключиться. Мы даже если легли отдыхать, у нас все равно 1000 мыслей будет всяких. И мы уже пропланируем этот день или еще чего-нибудь. Поэтому вот когда ложитесь, обязательно попробуйте отключить мысли и отвлекитесь просто на вздох и выдох. Купить себе цветы. Это, кстати, психология, что, конечно, тебе могут цветы подарить, но когда ты сам себе их покупаешь, ты просто сам себе еще раз показываешь, что ты это заслужил. Спорт тоже делает счастливым. Попробуй минут 10 под быструю музыку прям в пот войти. Что вы в конце концов будете делать, без разницы. Можете тоже или потанцевать, или просто какие-то спортивные движения, но очень быстро сделать. Сделай себе декор, какой тебя будет радовать много раз в день. Это значит, и поставьте его туда, где вы много времени находитесь. Погуляйте и обратите внимание на то, что увидали бы ваши дети. Это могут какие-то жуки быть, или подснежники сейчас могут уже вылазить. В общем, осознанно идите и рассматривайте красоты вокруг вас. И последнее на моем списке – это посмотри на список и придумай, что ты еще хочешь сюда добавить, а что хочешь делать чаще. На этом мой список закончился. Надеюсь, вы сможете с этим что-то начать. Спасибо большое за внимание, за поддержку. Желаем всем здоровья и добра. До следующего раза. Ну чё, кто из вас уже готов на весенний декор? Сама могу сказать, что для меня это тоже еще очень дико. Я как-то еще и снега не видела толком. Но в магазине уже продается вот такая вот прелесть, и я не могла пройти мимо.